есть, ваша милость. У меня тут все. Отчет. Сволочь! Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Ведь не дал взаймы на них. Что они вытворяют? Развлекаются. Большие детки, понимаешь? У тебя-то есть дети, Геральт? Нет. Ах, да, я и забыл, что ведьмаки бесплодны. Но не смотри так на меня. Лучше скажи, что тебя привело. Я все думаю, как же ты превратил Афирца в чудовище? Все-таки мне кажется, что это было необычное проклятие. Это профессиональное любопытство или обычная людская дотошность? Тяга к самосовершенствованию. Хочу знать на будущее. На будущее? Надеешься, что тебе удастся выполнить 3 моих желания и все для тебя кончится хорошо? Посмотрим, как кончится. Признавайся, тебе помогал какой-нибудь чародей? Я дам тебе подсказку. Не ты один занимаешься исполнением желаний. А Дим превратил Афирца в чудище по твоему приказу? Нет, я сам это сделал. Но ты прав, это не было обычное проклятие. Это было желание, которое я высказал в гневе. Я даже не думал, что оно исполнится. Откуда ты знал того Афирца, которого превратил в жабу? А ты любопытный. Ну, ты же любишь поболтать о себе. Да чего уж скрывать. Этот Афирец был принцем, который путешествовал по миру инкогнито, чтобы учиться чужим обычаям. Он втюрился в девушку, которая уже была дорога мне. Но тогда я не мог равняться заморским аристократам. А потому ее родители обещали ее руку Афирцу. Хотя любила она меня. Знал бы ты, как он перед ней выплясывал. Она спросила, отчего он путешествует в одежде простого купца. А он говорит, мол, я как лягушка из сказки. Достаточно одного поцелуя и обращусь к царевичу. Хотел быть лягушкой, ну и стал лягушкой. Никогда не видел подобной сабли. Откуда она? Из Афира. Это подарок. Любой хлыщ может нацепить себе у пояса саблю и носиться с ней, изображать, какой он грозный. А моя сабля обещает, что если я ее выну, головы-то покатятся. Сразу остужает пыл у тех, кто хочет поспорить с Ольгертом фон Эвериком, знаменитым разбойником. Мой медальон подсказывает, что она магическая. Разумеется. Не думаю, что ты когда-то видел оружие лучше этого. Интересных людей ты собрал в свою компанию. Интересных? Да что в них интересно? Гуляки и пьяницы все до одного. А где ж ты их набрал таких? Кто-то со мной с давних пор, кого-то собрал по большим дорогам, остальные сами меня нашли. По крайней мере, теперь есть с кем выпить. А с тех пор, как я путешествую вместе с ними, мои старые враги сидят тихо. А ты когда-нибудь играл в Гвинт? Бессмертный просит тебя выполнить 3 желания, а ты спрашиваешь, играет ли он в Гвинт? Боишься проиграть? Без проблем, сыграю с кем-нибудь еще. Никогда не видел худшей попытки спрятаться в кусты. Раскладывай свои карты.
проклятие. Как же я ненавижу проигрывать. Ну, мои поздравления. Карта твоя. Спасибо. Будь здоров. Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо повеселиться. Ты какой-то. Тухлого мяса нажрался. Я исследовала образцы слизи. Теперь я могу приготовить противоядие. Это хорошо. Зараза в армии может быть опаснее любого врага. Твои заслуги не будут забыты. Я получу медаль в форме жабы? У нас такой медали нет. Геральт, ты в порядке? Что это у тебя на лице? Долгая история. Мы тут лекарства ждем. Может, потом поболтаете? Ах, да, хорошо. Я иду готовить антидот. Это недолго. Миленькая эта медичка. Не то что эти ученые. Интересно. А как же, по-твоему, эти ученые выглядят? Ну, они ведь слепнут быстро от всех этих книжек. Стало быть, все в очках. Точно. Сушеные очкарики. Да и одеваются кое-как. А для кого им наряжаться? Для книжек. Захватывающая теория, но, надеюсь, ни одна медичка ее от вас не услышит. А? Почему? Потому что, когда вас проткнут во время боя, она не захочет вам помочь. А ты счастливчик, ведьмак. Видел я, как она на тебя смотрела. Совсем не так, как на меня. Верно говорю? Она тебе тоже нравится, да? А вам что до этого? Да ладно, тоже мне тайна. Чего стесняешься? Она не страшила, а ты, ну... Некрасивый, конечно, зато ведьмак. Девки таких любят. Ну, скажи, нравится она тебе или нет? Она бы только слепому не понравилась. Известное дело. А у ведьмачей, говорят, чувства острее наших. Вот лекарство. Это сильный концентрат, поэтому следите за дозировкой. Каждому больному принимать по 2 капли с пищей 3 раза в день. За 3-4 дня зараза должна пройти.
благодарю от имени Ридании. Так значит, ты теперь служишь риданцам? Я служу людям, лечу их. Так сложилось, что я на риданской стороне. Но нильфгаардцам я бы тоже оказала помощь. Так же, как каэдвенцам, аэдирнцам, эльфам, краснолюдам или низушкам. Ты же меня знаешь. Если не считать случая в каналах, в последний раз мы виделись, кажется, в Вызиме. Да. Да, как раз когда там свирепствовала Катриона. Мне кажется, будто это было 100 лет назад. Что с тобой стало потом? Ну, я уехала из Визимы и вернулась в Эксенфурт. Закончила докторскую, открыла собственную практику. Когда началась война, меня приписали к медслужбе при штабе риданской армии. Да, похоже на Родовида. Грех жаловаться. С тех пор, как боевые действия поутихли, я снова живу у себя дома и лечу больных. Но я всегда должна быть готова, что риданцы снова придут ко мне с каким-то архиважным заданием. Шани, в этот раз мне нужна твоя помощь. Так и думала, что ты навестил меня не только из дружеских чувств. Что тебя привело? Это как-то связано со знаком на твоем лице? Да. И ты должен мне рассказать, что случилось в каналах. С чего начать? Оказалось, что чудовище в каналах на самом деле было жабой, а жаба на самом деле была принцем, причем из Афира. Ага, а я коверская принцесса. Это чистая правда, клянусь. Когда я убил жабу, явились афирские солдаты во главе с чародеем и схватили меня. А спас меня из передряги некий Гюнтер Одим. Это кто? Я с ним познакомился не так давно в деревне Белый Сад. Тогда он говорил, что продает зеркала. И продал тебе такое, что исполняет желание? Что-то вроде этого. В благодарность за его помощь я должен исполнить 3 желания одного дворянина. Сейчас мне нужно призвать дух его брата и сделать так, чтобы он развлекся как никогда в жизни. Развлечь призрака? Как ты хочешь это устроить? Пока речь не об этом. Сначала я должен найти его могилу и призвать его. Ты имеешь в виду некромантию? Слишком опасно. Тут нужна высшая магия. Один подсказал мне, как обойтись без некромантии и чародеек. Он дал мне 1 препарат, чтобы призвать духа. А еще мне нужна кадильница. Кадильницу я достану. Они есть на складе в университете. Я могу тебе ее принести. Спасибо. Не за что. Но мне это все равно не нравится. Я тоже не в восторге, но у меня нет выхода. Я должен призвать этого духа. Я понимаю. А кто это? Брат Ольгерда фон Эверека. Фон Эверек? На 3-м курсе нам предложили на выбор факультативы. Золотые мысли иерархов или знаменитые династии Ридании. Я выбрала 2-е. Вот он. Фон Эбергейт, фон Эбнер, фон Эверек. Сказано, что брата Ольгерда звали Витальд. Он покоится в фамильном склепе рядом с поместьем. Спасибо. Я знал, что ты мне поможешь. Я пойду. Пишут, что этот склеп – архитектурный шедевр. Хочу взглянуть на него. Кадильницу я принесу. Встретимся у входа.
опять поясница стреляет. Воистину, падлый низушек, ты должен открыть эту дверь. А коли откажешься, мы подожжем твою хижину. Помоги нам, господи. Ну что ж, как угодно. Жить в пучке. Атака, братья! Это место пусто не бывает. Хм, неплохо получилось. И это все? Я тебе вообще-то жизнь спас. Мы бы быстро разделались с этой толпой. Мы? Ну что, ты да я, это разве не мы? Ты же меня понял? Вообще, ты торговать пришел или как? Позволь, я...
Нет ли вытяжки из кровавника? Есть. В кладовке она. Прошу за мной. Ты пришел. Славно. Не спеши радоваться. Ты хотел что-то мне сказать? Слушаю. Итак, нам по пути, ведьмак. Нам обоим нужно кое-что из сокровищницы Хорста. Я предлагаю объединить силы. Извиняюсь. А в чем твоя сила? У меня есть план. Я работал над ним на бумаге целый год. Пора притворить его в жизнь. Ты со мной? Зачем ты идешь в сокровищницу? Взять то, что у меня украли. Может, тебе стоит заявить властям о краже, а не устраивать налет? Я пробовал. И не раз. Вот как. Обиженные системы и всем миром. Что у тебя украли? Слишком долго перечислять. Так ты участвуешь или нет? Сперва скажи... Что такое этот дом Максимилиана Барсони? Он там, в сокровищнице. Ты не ответил. Как и ты. Ты поможешь мне устроить налет или нет? Я даже не знаю, как тебя зовут. А зачем тебе? За тем, что ты явно что-то скрываешь. Не только от меня. Иначе не сидел бы в этой яме у черта на рогах. У каждого на совести что-то да есть. Но я ведь не замуж тебя зову, ведьмак, а на ограбление. Ворвемся, возьмем кому что надо и разойдемся, каждый в свою сторону. Обманешь меня, и уже никуда не пойдешь. Потому что я просто оттяпаю тебе башку. Ты это понял, дурачина? Я знаю, чем рискую. И раз уж ты начал мне угрожать, ты в деле или нет? Я не вор. Вором становится по воле случая, ведьмак. Знаю по собственному опыту. Излагай. Аукционный дом круглосуточно охраняет 20 риданских солдат. Вокруг него ходит патруль, а вот здесь — казарма. Силой не войти. Надо по-тихому. Да, только на окнах решетки из двемерита, а входные двери бронированы. Но у каждой крепости... есть слабое место. И у этой тоже. А мое слабое место — терпение. Так что изволь продолжать без драматических пауз. На чердак аукционного дома можно попасть из стоящей рядом башни. С улицы нам в нее незамеченными не войти. Однако на высоте 60 стоп есть окно. Без решеток, без ставень. Надо туда взобраться и потихоньку пройти в аукционный дом. Затем по лестнице вниз, в подвал. Так или иначе, откроем сокровищницу. И вуаля. В этой башне стены гладкие, как стекло. Не знаю, как ты, а я точно не смогу по ним. Об этом я тебя и не прошу. Да слушай. Нам нужны еще двое. Тот, кто проберется в башню и спустит нам веревку. И тот, кто откроет нам сокровищницу. Медвежатник или подрывник. У меня уже есть кое-кто на примете. Я бы хотел, чтобы ты выбрал лучших из них и завербовал. Сам я предпочел бы не светиться в окрестностях. Ага, я по капюшону сразу догадался. Что-нибудь еще? Да, но это уже детали. Ты узнаешь, как только согласишься участвовать. Выбор у меня не богат. Ладно, я в деле. Но при одном условии. Никто не должен погибнуть, ясно? Как нильфгаардское солнце. Что скажешь насчет рюмочки за плодотворное сотрудничество? Скажу, что лучше бы нам взяться за дело. Итак, собери команду, а потом надо будет прорядить риданские патрули. Многовато их здесь крутится. Нас могут заметить.
Что значит прорядить патрули? Я же сказал, не стану убивать невинных. Успокойся. Мне их смерть не нужна. Только временная недееспособность. Поясни. Гарнизонный повар может подсыпать отважным воинам в еду что-нибудь, что уложит их в постель. Скажем, каждого второго. Нам ведь не нужно возбуждать подозрения. Я знаю рецепт подходящего эликсира. Вот видишь. Свари это зелье, сходи в город, разведай, где искать повара. А потом убеди его сотрудничать. Чарами, деньгами или кулаками. Итак, кто откроет нам сокровищницу? Что ж, один из них краснолик. Начнем с него. Это Казимир Басси из Махакама. Спец по направленным взрывам. Говорят, что щепоткой селитры он поднял бы на воздух весь Новиград. Так что наше дело для него пустяк. Проблема в том, что Казимир, можно сказать, в отставке. Женился, наплодил детей и осел в деревушке Альнес. Может быть, он и не примет предложение. Есть варианты? Квинто. Лучший медвежатник Севера. Объявлен в розыск в Каэдвене, Лирии, Ангрине и Кове. Последнее, что я слышал, его поймал некий Ганс из Цидариса. Кондатьяр. Гансов лагерь к востоку от Оксенфурта, на правом берегу Понтера. То есть одного надо вырвать из семейного гнезда, а другого из клетки. Посмотрим. Расскажи мне о взломщиках. Я так понимаю, они не должны бояться высоты? Потому моя кандидатура — Эвелина Гао, циркачка. Ее еще называют «Ласточкой». Она гимнастка и канатоходец. Ее труппа выступает сейчас где-то под Оксенфортом. Очаровательно. А взлом? Официально, конечно, нет, но маршрут ее труппы идеально совпадает с местами самых громких краж последних лет. Совпадение? Если она не подойдет, есть еще Гуга Хофф, известный как Молот. Без ушей. Серьезно? Эта щекастая мордашка как-то не вяжется с криминалом. Ты не поверишь. У Гуга на счету краж больше, чем у тебя чудовищ. К примеру, он украл золотого петушка с крыши Новиградской ратуши. Так что лазать по стенам он тоже не будет. Насколько я знаю, он лег на дно где-то в Оксенфурте, в доме около Новиградских ворот. Учти, говорят, этот парень очень опасен. Ладно, пора заняться делом. Мне тоже. Встретимся здесь, когда ты совсем управишься. И что тогда? И тогда мы наконец-то доберемся до Хорстовой задницы.
дальше в лес, тем толще эльфы. Теперь еще родовит с жалованием на целую неделю опоздал. Да еще пытается нас надуть. В кошельке. Ты дал объявление? Я. Ганс из Цидариса. Что это за чудовище? Если бы я знал. Понимаю тебя. Сейчас, сейчас. Герт и Хенк... Благо... Ну так. Сперва поговори. Я б сам это чудище убил, если б знал, сколько ты попросишь. Эх, ладно, пускай так. Я подумаю. Бывай. Ты займешься этим чудовищем и... Согласен. К югу отсюда. Ну, как там? Ну, как там? Ну, как там? Ты, видно, не знаешь. Ну, как там? Риданские сундуки пустеют. Пора разузнать, нету ли для нас какой работы на той стороне фонда. И Квинто. Именно так. Очень приятно. Эй, эй, здесь ничего... Чем он перед вами провинился? Перед нами? Ничего. И господин Ганс из Цеда. А тебе кто встревать по... Квинто мне нужен. Живой. А мне нужны деньги. Много. Но мне-то все равно... Как я и говорил, человек... А я говорил, закрой... Так о чем это я? Выкуп? Как скучно это звучит. Да мне-то что? Желаю удачи. Теперь еще родовит с жалованием на целую неделю опоздал.
Я тоже пас. Подсчитаем очки. Я выиграл. Что же ты, Ганс? Разве можно с такими картами играть Тритогорский маневр? Ну ладно, пиздуйте отсюда оба, пока я не... Что? Как ты? Рыбьей костью. Еще вчера. Я все ждал удобного случая, чтобы вас покинуть. Но тут появился ведьмак. Пусть это будет моей рекомендацией. Ну а теперь скажи, зачем ты меня искал? Не сейчас. Пока что мне нужно еще кое с кем встретиться. Понимаю. Если что, найдешь меня ночью у ворот университета. Будь здоров. Теперь еще родовит жалованием на целую неделю опоздал. Да еще пытается нас надуть. В кошельке, который мне дали, были фальшивые... Глядите, бронза едва по золотой помазана. Знать, реданские сундуки пустеют. Совсем. А я говорила, что так и будет. Верности мне хлела в любви. И что? И хрена лысого! Ты себе в кашу наплевать не дашь. А, белый... Мастер Казимир, уберите вы этот факел во имя богов! Сука такая! Указывать мне вздумал! Что? Что тут происходит? А вы не видите? Мастер Казимир на крышу влез и говорит, что себя взорвет. Я ей стерви жемчуга покупал, шелка и бархат. А мне, блядь, за это что? Рога? А, семейные неурядицы. А то ж. А ведь такая ладная была эта его Ефимия. Ой, ну как картинка. И пятеро ребятишек у них было. Хоть и низенькие, зато как воспитаны. Всегда поклонятся, о здоровье спросят. Не то, что старостихины ребята. А только на медне-то Ефимия отмолят, да пожитки свои в повозку погрузила. И только ее и видели. С той самой поры у мастера Казимира совсем все в башке помутилось. Вы меня еще попомните! Я такой грохот устрою! Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. А, попробую с ним поговорить. А ежели он разозлится? Хотела кровать с балдахином? Получай! Хотела серебряный сервиз? Получай! Так чего ж тебе, сука, ты эдакой не хватало? Сильнее он уж, наверное, не сможет. Мелителя, великая мать, убереги нас от беды. Ты кто такой? Тоже, небось, пришел мою Ефимию трахать? Опоздал ты, уехала она. Нет, я... Почтальон тоже говорил, что нет. Отпирался, доклялся всеми богами. А я-то, дурак, поверил. 3 года они у меня под носом трахались, а теперь вообще свалили. Правду говорил мой дедушка. Весь мир охоч до краснолюдских женщин. Вниз, живо. Что? О-о! Слезаю. Уже слезаю. Так, так чего тебе надо-то? Чтобы ты открыл одну дверь. Так, чтобы она больше не закрылась.
А, понимаю. А что по другую сторону двери? Награда. Там всем хватит. И еще останется. Пришел бы ты неделю назад, я б тебя послал. А теперь мне терять нечего. Ну, что нужно делать? Иди к травнику под Эксенфуртом. Попроси у него вытяжку из кровавника. Тогда и узнаешь, ясно? Яснее солнышко над Махакамом. Бывай. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертир. Эй, есть тут кто? Ничего хорошего не жди. Кровь. Кого-то ударили головой о балку, и он рассек себе лоб. Следы босых ног. Свежие. А, скоро перестанет. Дождь, так и должно быть мокро. В самом деле лег на дно. Ну что ж, придется нанимать Эвелину. Oh!
Ну, чтоб тебя! Только у нас неприятности, ты валишь всю ответственность на меня, как тогда в Мариборе, помнишь? Лапушка, не уходи от темы. Я могу помочь? Смотря чем. Ты кто такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Ты Эвелина Гало, ласочка. Для друзей. Ладно, Мэрин, успокойся. А ты говори, чего хочешь? Для тебя есть работа. Правда? Какого рода? Анонимное выступление в одном аукционном доме. Без публики. В награду все, что унесешь. Эвелина, подумай! Мы его не знаем. Как это не знаем? Он же представился. Ты что, не слышал? Геральт из Ривии. Ты меня прекрасно поняла. Мы не знаем, можно ли ему доверять. Доверять никому нельзя. Мы можем договориться. Видишь ли, у меня проблема. Я слушаю. В чем она состоит? Понимаешь, один из наших артистов, Ван Соколиный Глаз, потерял зрение. Напился какой-то дрянной сивухи. Жаль его, конечно, но дело не в этом. Мы продали все билеты на наше выступление. Зрители ждут. Так что или кто-то его заменит, или надо будет возвращать деньги. И все бы ничего, да только мы их уже потратили. Ага, уже вижу, к чему все идет. Ну тогда сразу к делу. Выступи здесь вместо Ванна, и я тебе помогу. А что нужно делать? Скакать через пылающий обруч? Нет. Берешь арбалет и стреляешь в цель. Эвелина, не знаю, насколько это хорошая мысль. И я не знаю. Там будет видно. Ну так как, ведьмак? Ты согласен? Ну, из арбалета я стреляю неплохо. Добро, я участвую. Прекрасно. Ну что, начинаем? Людям не терпится. Прямо сейчас? Вот так, без репетиций? Да что тут упражняться? Тебе просто нужно выстрелить в цель. И попасть, кстати. Ладно. Была не была. Начинаем. О, вот это мне нравится. А теперь, дамы и господа... Вау! Что? Да я не... Тсс! Геральт, хватай арбалет и задел! Чего ты ждешь? Стреляй! Не могу я на это глядеть. Я бы тоже так сумела. Великолепный номер Геральта из Ривии завершает наше выступление. Благодарим вас за внимание. Жалко, что этот дядя не стрельнул в эльфа. Вот был бы смех. Слушай, я не верил, что переживу это. Славная работа, Геральт. Ну, одно выступление позади. Когда следующее? Знаешь дом травника неподалеку? Зайди и спроси у него вытяжку из кровавника. О, тайна!
Обожаю тайны. До встречи, ведьмак. Слушаем. Этот капрал Вацлав откуда взялся? Доброволец. Говорят, медкомиссию подкупил, чтобы в армию попасть. Он псих или как? Именно что псих. Потому ты комиссию и не прошел. Заплатить, чтобы пойти в армию. Я-то думал, меня уже ничто на свете не удивит. Ни слова о поваре. Слушаем. А у этого Хорста Барсони есть какая-нибудь дочка? А тебе-то что? Ну ты подумай, затесаться в такую семью, как сыр в масле катался. Поверь мне, в семью Барсони лучше не попадать. Почему это? Потому что от них одни хлопоты. Ха, ничего интересного. Слушаем. А, сегодня на ужин должно быть рыбный суп будет. А ты откуда знаешь? А я когда с утра шел через западные ворота, видел... Не повара, сокровища. Чем жаловаться на нехватку провизии? Сам нам жратву достает. А то... Еще бы он не пихал чеснок в каждое блюдо. Причал недалеко от западных ворот. Большего мне знать и не надо. Ну как там, клюет? Ну да, клюет. Ну а ты? Чего? У меня тут одна микстура. Заплачу тебе, чтобы ты подлил ее в суп парням в гарнизоне, когда я дам тебе знак. Ничего страшного. Им просто покажется, что рыба была с душком. Это тебе будет дорого стоить, дружок. Много ты хочешь, слишком много. Может, поможешь мне бескорыстно, по доброте душевной? Да, помогу. По доброте. Жди сигнала и никому не губу. Уразумел? Thank you.
вы, барышня, может быть, свободны? Потому как я с недавних пор, да? Да неужто? Быть не может. Кто же это мог упустить такую выгодную партию? Наконец, все в сборе. Пора начинать. Этот налет – дело серьезное. Так что, если кто-то из вас сомневается, пусть уходит сейчас. Пока еще можно. Наша цель – аукционный дом Барсоти. Конкретно сокровищница. Эвелина, ты войдешь в башню, как только пройдет патруль, и спустишь нам веревку. У нас будет не более 5 минут. Этого хватит? Более чем. Великолепно. Поднимаемся в башню, оттуда в аукционный дом. Внутри никого не должно быть. Но если что, у нас есть Геральт и его мечи. Потом вниз, в сокровищницу. Казимир взрывает дверь. Мы входим, берем добычу и испаряемся через тайный ход. У меня все. У кого есть вопросы? Позволь очевидный вопрос. Если в сокровищницу ведет тайный ход, которым мы уйдем, почему бы нам не войти через него же? Хороший вопрос. Почему? У каждого коридора 2 конца, правда? Но я знаю, как найти только тот, что в сокровищнице, а другой где-то за городом. И я понятия не имею, где именно. Ага, чудно. Так если все-таки... Если бы как-то смог это выяснить, вы были бы мне не нужны. Так что поверьте, я пытался. Еще вопросы? Нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности? Ловушек? Ничего особенно серьезного. Вот здесь, на первом этаже, есть шнур от колокола в башне. Если он зазвонит, у нас будут неприятности. Как сделать, чтобы он не звонил? Не дергать за шнур. Все, как я сказал. Аукционный дом будет пуст. Я не жду каких-то проблем. А хранилище? Как оно охраняется? Что бы там ни было, смесь селитры, пороха и фульмината серебра сделает свое дело. Что-нибудь еще? Все выглядит прекрасно, но что если что-то пойдет не по плану? В этом случае каждый сам за себя. Вот так вот просто? В этом ремесле нет места дружбе. Добро, беремся за работу. Нечего тянуть кота за яйца. Замечательно. Встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь.